среду в Самарской области пасмурно и дождь, станет еще чуть прохладнее, плюс 13, плюс 15 градусов днем, ночью 9-11 выше 0, ветер северный 6-8, порывы до 19 метров в секунду. В Сызрани облачно, осадки в виде дождя, в дневное время плюс 15, ночью 11 выше 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи, дождь, днем плюс 15, ночью плюс 10, северный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, с прояснениями, пройдет дождь. Днем плюс 14, ночью 9 с плюсом. Северный ветер 7 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%. Геомагнитное поле слабо возмущенное.